для того, чтобы впервые в России вручить Кубок Берлина нашему главному брату и волшебнику Сергею Сергеевичу. Я вручаю награду Мерлина фокусникам и иллюзионистам по всей
всему миру, многие из них очень известны. For the first time in my life, I believe I'm presenting this award to a real magician. Первый раз в моей жизни я вручаю Мерлина человеку, которого я действительно верю как в настоящего мага. Because Sergei, he reaches out and he touches people, and he provides people with everything they need to have healthier life and better life. He changes people's lives. Потому что Сергей простирает свое влияние, достигает людей, помогая им улучшать свою жизнь, свое здоровье, верить в себя, получать более здоровую жизнь. Now, without any further delay, I will make the official presentation. Долго тянуть не будем. Сейчас я сделаю официальное награждение. Ladies and gentlemen, on the behalf of the International Magician Society and its 37,000 members worldwide, I will present the Nord Award to Sergei Gurkov. Дамы и господа, от лица Всемирного общества иллюзионистов, я, Энтони Кассини, вручаю награду Мерлина и от лица всех 37 тысяч фокусников иллюзионистов мира Сергею Куликову! Еще раз большое спасибо!